Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пришло время создания нового маникюра при помощи товаров с AliExpress и демонстрации того, как относился мой прошлый маникюр. Он был очень эффектным, проносился больше месяца, просто замечательно, без единого скола. Поэтому товары из прошлого видео могу только похвалить и на 100% посоветовать. После снятия этого маникюра, процесс снятия вы можете посмотреть в начале предыдущего видео, я очищу и обезжирю ногти клинсером при помощи безворсовых салфеток. А безворсовые салфетки у нас с вами сегодня новые, они действительно 100% безворсовые, в очень красивой, качественной упаковке они пришли, и сами они просто безупречного качества. Плотные, эластичные, со своей задачей отлично справляются, ни единой ворсинки не имеют, которые не будут портить вам маникюр и гель-лаки. Далее на ногти буду наносить бондер, он позволит избавить ногти от излишка лаки и проноситься маникюру дольше. После его подсыхания на воздухе сверху наношу праймер также очень тонким слоем. Он поможет базе лучше сцепиться с поверхностью ногтей. Далее покрою ногти базой от Born Pretty. База это просто замечательная, единственная имеющаяся на данный момент от этой фирмы на AliExpress. Эта база нравится мне больше всех из тех, что я пробовала. Сушу базу в 48-ваттной лампе в течение 10 секунд. Покрываю ногти вторым выравнивающим слоем базы. И далее будем тестировать с вами большое количество гель-лаков Girl to Girl. У меня их сегодня 10 штук в различных симпатичных оттенках. Ранее я вам показывала уже гель-лаки этой фирмы. Говорила, что я осталась ими очень довольна. Они плотные, у них хорошая консистенция и они прекрасно носятся. Также оттенки их плотные, насыщенные и хорошо перекрывающие. Текстура и не густая, и не чересчур жидкая. Так выглядят гель-лаки, нанесенными на ромашку в два слоя. Также я заказала новенькие стикеры на крышечке гель-лаков. Как вы знаете, если смотрите мои видео, я очень люблю такие товары. Вообще, мне безумно нравится организовывать все в моем доме. И люблю, чтобы гель-лаки также были организованными, чтобы все цвета я могла видеть на крышечках. И, поднеся их друг к другу, могла посмотреть, как эти несколько гель-лаков между собой будут сочетаться в одном маникюре. Здесь этих стикеров огромное количество. И обошелся мне этот набор всего в 144 рубля. Это самый выгодный набор на AliExpress на данный момент, и после его тестирования скажу вам, что он самый удобный. В сегодняшнем маникюре также буду использовать два гель-лака фирмы Laguna Moon. Первый в очень красивом лимонном оттенке, наношу его на три ногтя. Далее использую гель-лак как раз фирмы Girl to Girl в оттенке 0,29 на безымянный палец. Возвращаюсь к гель-лакам фирмы Laguna Moon и наношу камуфляжный оттенок этого гель-лака на половину ногтя, предварительно наклеив на него ленточку для дизайна. Вторую половину ногтя закрашиваю серым гель-лаком. Сушу в лампе 20 секунд и дублирую слои. Причем дублирую их, предварительно отодвинув кутикулу пушером, чтобы гель-лак лег как можно ближе к ней. Просушиваю в лампе 20 секунд. Желтым гель-лаком при помощи тонкой кисточки рисую линию. Далее использую золотые наклейки. Для этого маникюра беру наклейку в виде ровной полосочки. Закрепляю ее на ногти при помощи пушера. Сразу же покрываю этот ноготь слоем базы. И просушиваю в лампе 10 секунд. Покрываю все ногти топом.
Итак, вот такой маникюр получился у меня сегодня. Демонстрирую вам его на следующий день после создания, когда уже зажила моя чересчур коротко отрезанная кутикула на одном пальце. Маникюр этот в создании очень простой, выполнялся он довольно быстро. Мне нравится сочетание его оттенка и нравится его матовая поверхность. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. То, как проносится мой маникюр, обязательно покажу вам в следующем обзоре. Все ссылки на все товары, инструменты, используемые мною в этом видео, вы, как всегда, найдете в описании под видео. А я прощаюсь с вами до следующего обзора. Всем до скорых встреч! Take a chance on me. Take the chance on me.